Очень часто туристы интересуются, сколько по времени займет осмотр собора Святого Петра. Однозначно сказать сложно. Собор очень большой, его строили 120 лет и 200 лет украшали. И если его подробно рассматривать, то может уйти на осмотр до 3 часов. Это если со знанием дела рассматривать каждую капеллу. А если еще подняться на купол собора Святого Петра, то посещение собора займет еще больше времени. И даже в этом видео хочу напомнить вам, что собор Святого Петра открывается в 7 утра. И самое лучшее время для посещения – это, конечно же, утро. Для знакомства с собором вы можете воспользоваться услугами гида, который вам все расскажет и покажет, аудиогидом, его вы можете взять у входа в собор или самостоятельно пройти по собору. Если вы решили познакомиться с собором самостоятельно, то делайте это не спеша. Заходите в собор, сворачивайте сразу направо и с капеллы Пьета начинайте знакомство с собором. Над строительством и убранством собора работали великие мастера. Находясь в соборе, вы можете увидеть работы Браманте, Рафаэля, Микеланджело, Бернини, Полайола, Канова и многих других скульпторов и художников. Сегодня я хочу рассказать вам о погребальном памятнике Папы Иннокентия VIII. Автором погребального памятника является Антонио дель Полайола. Мы знаем его как скульптора и художника именно под этим именем, но его настоящее имя – Антонио ди Бенчи. Он получил свое прозвище Полайола благодаря профессии отца, который торговал цыплятами. С итальянского «Полайола» переводится как «торговец с цыплятами». Работы Полайола можно увидеть в соборе Святого Петра, перед нами погребальный памятник Папе Иннокентию VIII. В музее сокровищ Святого Петра находится погребальный памятник Папе Сиксту IV. Его работы также находятся в музеях Барджелло и Уффици во Флоренции. Кстати, в начале апреля я запланировала поездку во Флоренцию. Уже купила билет и хочу сходить в музей Барджелло. Потом посмотрю, сколько у меня останется свободного времени, и схожу в дом Микеланджело. Он находится там рядом. Полайола мастерски владел живописью, скульптурным и ювелирным делом. Его мастерская была одна из самых важных и интересных во Флоренции, и он конкурировал даже с самим Вероккьо. Но согласно его завещанию, Антонио был похоронен в Риме, в базилике Сан-Пьетро-ин-Винкули, слева от входа в церковь. В конце видео мы обязательно вернемся с вами в церковь Сан-Пьетро-ин-Винкули, а пока давайте поговорим о погребальном памятнике Иннокентия VIII, да и о самом папе. Папа Иннокентий VIII умер в 1492 году, когда на месте собора Святого Петра, в котором мы находимся, стояла Константиновская базилика. Как вы помните из предыдущих моих видео, собор Святого Петра начали строить в 1506 году, и погребальный памятник был перенесен из старой Константиновской базилики в новый собор. В левой руке папы изображено копье, пронзившее бок Иисуса. Подлинная реликвия, подаренная ему султаном, сейчас хранится в лоджии над статуей Вероники и демонстрируется в пятое воскресенье Великого Поста. С левой и с правой стороны от понтифика изображены доблести – благоразумие, справедливость, стойкость и умеренность. Вверху изображены три доблести – вера, надежда и благотворительность. Особенность этого погребального памятника заключается в том, что Полайола ввел оригинальное новшество, такое как двойное изображение Папы Римского, лежащего и восседающего на троне. Лежащий папа символизирует равенство людей перед лицом смерти, а восседающий на троне в акте благословения – это проявление божественной милости и покровительства. Ведь папу римского мы называем понтификом, а понтифик означает мост между Богом и человеком. На итальянском языке понте – это мост. И это оригинальное новшество имело успех в Риме. Находясь у погребального памятника Папы Иннокентия VIII, хотелось бы сказать и пару слов про самого папу. Кардинал Джованни Батиста Чибо, будущий папа Иннокентий VIII, имел церковное образование и репутацию распутника. Он признал, что у него 2 детей и 5 племянников. Под племянниками нередко подразумевались внебрачные дети римских пап. Иннокентий VIII женил своего старшего сына на дочери Лоренцо Медичи, который взамен получил кардинальскую шапку для своего 13-летнего сына Джованни, который стал папой в 1513 году. Он вошел в историю как папа Лев X. На экскурсиях по Риму и про Льва X я рассказываю очень интересные истории. Ох уж эти папы, какие они были все разные и непредсказуемые.
С большой пышностью Иннокентий VIII отпраздновал и свадьбу своей дочери. Она вышла замуж за неаполитанского короля, чтобы положить конец вражде между Неаполем и Римом. В Риме про Иннокентия VIII говорили, что он настоящий папа Рима, так как на улицах бегали дети, очень похожие на папу, и он продолжал активно пополнять население города. Про него говорили: «Наконец-то появился папа, имеющий право именоваться отцом Рима!» И еще в историю Иннокентий VIII вошел как автор буллы о ведьмах. С папского престола прозвучал призыв к уничтожению ведьм и ереси, и в Европе начали сжигать ведьм на костре. Даже приблизительно сложно сказать, сколько было погубленных людей в то время. Еретиков и ведьм привязывали к столбам, что площадь напоминала густой лес, а потом их сжигали. Сжигали ведьм и даже детей, которые были признаны детьми дьявола. В некоторых селениях были сожжены почти все женщины, и там говорили, что скоро здесь некого будет любить и некому будет рожать. Сколько же невинных жертв инквизиции было погублено при папе Иннокентии VIII? А также Иннокентий VIII был спонсором первого путешествия в Америку великого мореплавателя Христофора Колумба. После смерти папы Иннокентия VIII в 1492 году на конклаве был избран новый папа, и он вошел в историю как папа Александр VI Борджиа. Но это уже другая история. И гробница папы Александра VI Борджиа находится рядом с гробницей его дяди Каллиста III в римской церкви Санта Мария ди Монсеррато. Церковь находится недалеко от Кампо дей Фьори. Рассматривая погребальные памятники собора Святого Петра, невольно в памяти всплывают истории о создании памятников, об их авторах, о мастерстве, и, конечно же, вспоминаются истории и о самих папах. А вы спрашиваете, сколько времени займет осмотр Святого Петра? Здесь можно останавливаться в каждой капелле и у каждого погребального памятника. Дорогие друзья, немного отдохните, а потом пойдем с вами в район Монти в церковь Сан-Пьетро ин Винкули, церковь V века, которая посвящена святому апостолу Петру. А теперь, как и обещала, недалеко от Колизея находится церковь Сан-Пьетро ин Винкули, церковь V века, которая посвящена святому апостолу Петру. Реликвия, из-за которой церковь получила свою известность, это цепь, которой святой Петр был прикован во время своего тюремного заключения, и я вам ее сегодня покажу.
и в оформлении тоже видны цепи. Центральный вход был отреставрирован в 15 веке, вверху герб семьи Делла Роверы. Он повторяется 3 раза. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что центральный герб имеет папскую тиару, а 2 остальных – кардинальскую шапочку. Это герб папы Сикста IV и его племянника Джулиано Делла Ровера. Семья Делла Ровера жила здесь неподалеку и управляла этой церковью. Заходим в церковь, сворачиваем налево, и сразу же мы видим погребальный памятник братьям Палайола. Вверху находится фреска Антониаццо Романо 1476 года. Эта фреска была написана в честь окончания чумы. Шествие возглавляет Сикст IV. Чуть дальше, у задней стены, находится погребальный памятник бывшего кардинала Николаса де Куза. Слева мы видим кардинала, он преклоняется перед святым Петром. А справа ангел, который освободил Петра из тюрьмы, в руках он держит цепи. Работа над погребальным памятником приписывается Андреа Бреньо. Герб кардинала с изображением лобстера. Погребальный памятник кардинала Ченцио Альдобрандини, 1610 год. Крылатый скелет с косой. Мозаика 7 века в византийском стиле. Здесь изображен святой Себастьян. К сожалению, работа неизвестного художника. Еще один погребальный памятник кардиналу – кардиналу Эдуардо Вьяччиарелли. Его портрет поддерживают 2 скелета. На полу семейный герб кардинала, который выполнил в технике Пьетро Дура. Под главным алтарем находится реликвия – цепи. Давайте спустимся вниз. И здесь же находится еще одна работа Антонио Палайола, о котором мы говорили с вами в начале видео. Чтобы увидеть ее, надо опустить 1 евро, реликвия закроется дверцами. Эти дверцы и были сделаны Палайола. При хорошем освещении их можно будет рассмотреть. По бокам находятся 2 небольшие скульптуры. Слева находится святой Петр с ключом, а справа ангел с цепями.
Слышите шум в церкви? Это проходят реставрационные работы. Все активно готовятся к юбилейному 2025 году. После церкви Святого Петра в Ватикане эта церковь была вторая по значимости церковь о памяти Петра, именно из-за цепей. Цепи считались чудотворными. Апсиду украшают фрески Якуба Копи. Они были выполнены в 1577 году. И, как многие произведения марьинистов, они были цитированы и копируют Микеланджело и Рафаэля. В центре и справа фрески рассказывают нам о том, как цепи были доставлены в Рим и переданы папе. Если вы рассмотрите фреску «Освобождение святого Петра из тюрьмы», то увидите, что это адаптированная копия Рафаэля с полусонной стражей и ангелом. Это была цитата фрески Рафаэля, которая находится в станциях Рафаэля в Ватикане. Погребальный памятник папе Юлию II. Микеланджело работал над ним почти 40 лет, но та гробница и не была завершена до конца. Микеланджело создал только одну скульптуру на этой гробнице – это Моисея. Говорить об этой гробнице в двух словах не получится. Говорить о ней – значит говорить о том, что такое итальянский ренессанс, что такое католическая реформация и контрреформация, кто такой Микеланджело – это значит рассказывать о 50-летней истории церкви. Папа Юлий II вызывает Микеланджело для работы над своей гробницей в 1505 году. Он еще молод. Но он уже создал две выдающиеся работы – Пьету, которая находится в соборе Святого Петра, и Давида, он находится во Флоренции. За 40 лет, пока Микеланджело работал над этой гробницей, он расписал свод Сикстинской капеллы, тоже по заказу папы Юлия II, работал над гробницами Медичи, он расписал страшный суд Сикстинской капеллы по поручению папы Павла III, и это всего лишь несколько из наиболее важных работ за это время. Микеланджело постоянно отвлекали. У него ушло 40 лет жизни на создание гробницы. Менялась жизнь, взгляды. Чтобы рассказать только об одной скульптуре Моисея, понадобится очень много времени. И поэтому, чтобы подробно рассказать об этой скульптуре, надо снимать отдельное видео. А вам, дорогие друзья, советую не пропустить эту церковь. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Если будете планировать поездку в Рим, я с большой любовью и радостью покажу вам вечный город. Приезжайте!